Опять здесь. Хочу показать дальше видео, где будет, где включаю инвертор на 200, на из 12 вольт постоянки на 220 вольт переменки. Здесь будет на выходе лампочка из холодильника 25 ватт, 220 вольт. И будет тест на этой батарее переплюсовка, как я говорил. И будем смотреть теперь, как упадет напряжение, когда включим. И будет работать, и потом я скажу, сколько часов работал, значит, какая емкость на этой батарее. Ну, поехали. Я включил уже, приготовил, включаю инвертор. Да, батарея, лампочка засветила. Можно, нет, можно сказать, на полный накал, потому что это только 25 ватт. Но теперь посмотрим вольтметром, сколько упало на аккумуляторе, заряженный радиантом. Включаю сюда, туда. И смотрим, попало на 12:36, 36, да, 35, пойдет вниз, быстрее, потом медленнее. И я здесь записал, все будет регистрировано, все правильно, без всяких обманов. Я здесь посмотрим, сколько потребления из батареи, да, идет. Это все интересно, и главное мерять. Включаю сюда из батареи, смотрим. И там 2 ампери, 80, 18, 19, где-то так будет болтать это. Значит, это можно сказать 20-я. Так, C20 разрядка по бедине. И посмотрим тоже, сколько на лампочке напряжение. Переключаю на AC, на переменку, значит. Переменку, чтобы сделал этот короткое замкнутие. Нужно. Ну, мог тоже приготовить. Когда человек держит этот фотоаппарат. Наверное, куплю камеру, чтобы было лучше все. Очень плохо видно. Ну, попробую так сделать как-то. Что так? Что так? Чтобы. А, знаю, чтобы. Ну ничего, я измерю и скажу, все должны верять, потому что так нельзя. Значит, я вот так положу этот фотоаппарат, посмотрим, сколько на клеммах. На клеммах надо переключить выше так. Напряжение 226 вольт. Сидит, наболтает 226 вольт. Инвертора идет, да, 220 вольт. Инвертор работает, он такой маленький, такой он, 150 ватт и максимум 300 ватт. Такой хватит пока на этом железе, чтобы не спалить ничего, будет долго разряжаться. Но это хотел показать, будем тестировать.
Друзья, пока. Все, которые занимаетесь, дерзайте, дерзайте, как сказал господин товарищ Ленин. Да, и все, пока.